Про цены на какие товары вы говорите себе, если еще хоть на копейку подорожает, перестану покупать. Ни на какие, потому что дорожать оно не перестанет. Нужно, значит, нужно купить. Повозмущаюсь, конечно, что что-то подорожало, но это в обиходе нужно, и поэтому покупаю. Наверное, сигареты. Все, что связано с едой хотя бы, придется ее воровать. Я покупаю то, что мне необходимо, и если даже это подорожает, я все равно это буду покупать. То, что дорого, я уже не покупаю. Да все дорого. Невероятно дорого. Значительно дороже, чем в Западной Европе. Покупаем необходимые товары. Да так вроде ничего. Не задумывалась на этот вопрос. Про спиртное, сигареты. Орехи. Плохая примета вообще с собой разговаривать. Внутренний диалог лучше останавливать. Вопрос такой не стоит. Я живу один, сам себя обеспечиваю. Так у меня как-то, вы знаете, честно скажу, что я не задумывался даже над этим. Если надо, все равно буду покупать. Все уходит просто на еду, на повседневную жизнь, на какие-нибудь там нужды ежедневные. А таких покупок просто не получается покупать кардинальных. Поэтому... Ну, все дорого. Продукты, детские товары. Придется на заказ с других стран, где есть возможность. Кто мне скажет, что подешевело, это я там цветы куплю или бутылку поставлю. Ну, дорожает хлеб, ну что, ну в конце концов, пережили изобилие, переживем и это, ну что делать.